Привет! Вы на канале Час ремонта. Сегодня у нас на обзоре многофункциональный заточный станок калибр ТЭ-200. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления. Будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем! Точилая электрическая калибр ТЭ-200 предназначена для сухой заточки, шлифовки режущего инструмента, нож, стамеска долото, ножницы и прочее в бытовых условиях. Точильный станок спроектирован для применения в небольших мастерских и в домашних условиях. Это универсальное оборудование, которое покроет основные потребности владельцев. Абразивные круги являются основным рабочим инструментом для сухой заточки, шлифовки разнообразного режущего инструмента. Рабочая зона освещается при помощи светодиодов. Диодные лампы, что обеспечивает комфорт и удобство пользования. Питание поступает от сети 220 вольт. Станок оснащается кабелем с вилкой для подключения к розетке. Охлаждение абразивных кругов воздушное, исключается перегрев элементов. В комплекте, кроме самого станка, вы получите два точильных круга, защитное стекло, защитный кожух, шайбу и документацию. Упаковка картон. Точила калибр ТЭ-200 – электрический заточный инструмент с асинхронным двигателем мощностью 480 Вт. Предназначен для работ по заточке, доводке, шлифовке и полировке со скоростью 2950 оборотов в минуту. Размеры точильного камня составляют 200 × 20 × 12,7 мм и 200 × 20 × 32 мм. Защитный экран инструмента обеспечивает безопасность оператора во время работы. Инструмент прост и удобен в эксплуатации. Надежные защитные кожухи служат для дополнительной защиты оператора. Пылезащитный выключатель и прочный корпус обеспечивают долгий срок службы точила. Преимущества. Две пары резиновых ножек для демпфирования вибраций делают работу неутомительной. Электропровод с двойной изоляцией. Эффективная и удобная заточка крупных изделий. Низкий уровень шума и вибрации. Благодаря шайбе есть возможность установки дисков с посадкой 12,7 мм и 32 мм. Прочная и надежная конструкция. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам негатив. Не соответствует заявленной мощности. Сильный перегрев за 10 минут работы. Цена неадекватная. Плохое крепление камней. Очень хлипкое литье станины. Биение как радиальное, так и осевое. Но есть и позитивные отзывы. Вполне себе мощный. В меру шумный двигатель. Неплохой внешний вид. Хорошая упаковка. Большой диаметр кругов. Возможно, вы станете владельцем этой модели заточного станка. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!